во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Мой прадед, Майоров Николай Федорович, родился в 1907 году в селе Кубинка Звенигородского района Московской области. Служил в местной воинской части. Несмотря на то, что у прадедушки была бронь от призыва на фронт, он ее сдал и в мае 1942 года отправился на войну. К сожалению, не сохранилось ни его записи, ни документов. Осталось только одно семейное фото, которое до сих пор бережно хранится в нашей семье. Отправившись на войну, прадедушка оставил молодую жену и четверых малолетних детей, сына и троих дочерей, одно из которых была моя бабушка Вера Николаевна Майорова. Бабушка вспоминала, что в 1943 году пришло письмо о том, что их отец пропал без вести. Больше никаких известий семья не получала. Это было ужасно, терзать себя мыслями о том, где он, что с ним случилось, убит ли, попал ли в плен, может и того хуже. Даже свечу в храме не поставить об упокоении. И только благодаря нашим поискам в 2015 году из Центрального архива Министерства обороны России пришел ответ на запрос. Рядовой Майоров Николай Федорович убит в сентябре 1943 года и захоронен в братской могиле номер 2 под селом Василькова Глинковского района Смоленской области. В то время на территории района шли ожесточенные бои. Проводилась Смоленская стратегическая наступательная операция под кодовым названием «Суворов» с целью разгромить левое крыло немецкой группы армии «Центр» и не допустить переброски ее сил на юго-западное направление, где Красная армия наносила главный удар, а также освободить Смоленск. В результате Смоленской операции советские войска очистили от немецких оккупантов Смоленскую область и часть Калининской области, положили начало освобождению Белоруссии. После этого известия мы всей семьей посетили место гибели нашего предка. На мраморном мемориале среди 198 фамилий мы отыскали наконец-то данные нашего отца, деда, прадеда. Возложили цветы и венки к памятнику неизвестного солдата и зажгли свечу об упокоении души. Для меня мой прадед Майоров Николай Федорович навсегда останется в памяти героем, павшим в бою за свободу и независимость нашей Родины. Я помню, я горжусь, служу России. Подполковник внутренней службы Кондакова Юлия.